Перед вами собирающая линза. Слева от нее вы видите три источника света. Включим источники. Узкие световые пучки, выходящие из них, распространяются параллельно друг другу. После преломления в линзе параллельные пучки сходятся в одной точке, которая называется фокусом линзы. Теперь расположим источники света так, чтобы их световые пучки проходили через оптический центр линзы. Хорошо видно, что каждый из них, пройдя сквозь линзу, не изменяет направление распространения. Направим световые пучки в точку фокуса линзы. Эта точка показана на экране красной меткой. Попав в линзу и преломившись в ней, такие пучки распространяются после линзы параллельно друг другу.